Что, ребят, поехали? Это первый дивизион, встречается футбольный клуб «Уголек», они в черной форме, и футбольный клуб «Титан», а не «Титан», а у «Титана» с «Леонцем» одинаковое количество, также «Юкодерс», три команды, которые имеют количество, и вот так забивает. Максим, подскажи мне. Это Андрей. Ян Круч. Вербицкий. Нет, нет проигрывающего еще. Да, миру хороший плотник. Помочь, и может сейчас что-то выйдет. Вдвоем делать. Снова 2-1. И это была паста. Ансюра пытался пройти, но нет. Здорово! И выходит один. Снова думает. Пока Титанчик просто контролирует мяч. Тоже легка здобыч. Очень много брака сейчас пошло и у Галька. Да, Как никогда. Все, давайте внимать! Руслан, подскажи фамилию. Фамилию в штрафной. И 1-1 это будет, друзья. И теперь сейчас заводятся игроки Титана. Вы видели этот момент. Партнеры кричали, есть еще. Отдай пас. И смотрите, какие скорости у нас пошли. Ожил Титан после забитого гола. Ну какой же момент? Макс. Давай, внимательно, 4 минуты. Сто поединок для Титана. Сам будет, сам не ближе все к нам. Так складываться, как хотелось бы для них. Снова в и 1-1. Если в личном голе обыграет Леонс. Но вот там уже не все будет зависеть от него. Вербицкий, Андрей, оформил дубль за 20 секунд до того, как. Уголек крушитель авторитетов. И вот это момент. Сторона соперника. Вот это уже комбинация, это момент, но Никита был на замыкании и не замкнул. Ай-яй-яй.
Как же обыгрались. Вы это видно, наверное, плохо. И за спину, но это было хорошее. Хорошее. Они еще лежат пиво. Блядь, это голевые, дают что-то, нет? Ребят, кто забил гол только что? Фамилия? Не разобрал игроки уголька, кто должен пойти на этот мяч. Каждый понадеялся на партнера. Бизнес. Ну. Ой-ой-ой! Беги, вперед! Танцора, может быть, сейчас что-то придумает и перекладывает. Титан, иди сюда, тут уже налито. Шабашки. Ребята, кто забил? Максим. Фамилию не знаешь? Запутано, ребят. Ситуация запутана. Тут еще забыл еще сказать о ангеле. Еще же ангел тут еще был. Давай,